I'm on fire! Всем привет, это Overfire, с вами Вероника, и это рубрика DataMine, где мы разбираем интересные файлы из игрового клиента Overwatch. Сегодня мы с вами послушаем удаленные и очень редкие фразы из потасовки «Месть Крисенштейна». Кстати, насчет Крисенштейна. Многие подписчики спрашивают про новые диалоги – Бригитта, Трейсер, Торбьорна. Отвечаю, пока что файлы новых диалогов невозможно достать из клиента игры. Это не удалось ни нам, ни зарубежным блогерам. Да, можно было бы попробовать записать все диалоги в самой игре, но у такого варианта есть свои минусы. Во-первых, это займет много времени, а ужасы Хэллоуина уже заканчиваются. Во-вторых, на фразы будут накладываться звуки боя. А в-третьих, некоторые диалоги очень редкие, и не факт, что они нам попадутся при записи. Так что придется подождать, если вы хотите услышать все и в идеальном качестве. Но есть и хорошие новости. У нас есть файлы диалогов из самой первой версии потасовки, то есть это фразы Анны, Солдата, Ханза и Макри. Если вы хотите, чтобы мы сделали с ними ролик и рассказали историю каждого из этих героев, ставьте лайк этому видео. Когда наберется 1000 лайков, мы сделаем ролик, но выйдет он уже только после Близкона. Ну, хватит о планах. Давайте послушаем фразы, которые не используются в игре или звучат очень редко. Начнем с Крисенштейна. Сейчас в потасовке он почти ничего не говорит, но в клиенте у него есть несколько забавных фраз. Слушаем. Жизнь, приди в эти покои! Живите, мои творения! Вперед, мой монстр! Убей их всех! Нравятся мои создания? Мои творения называли бесполезными. Но что теперь скажете? Электрошок! Какое шокирующее зрелище! Он живой! Живой! Новое творение! Зомбардир обрушит на вас ярость неукротимого пламени! Мои зомбики могут взрываться! Они легко снесут эти ворота! Они считали меня безумцем. Меня? Безумцем? Я должен отлучиться в лабораторию. Но не бойтесь, я еще вернусь. Чао! Ведьма тоже более разговорчивая. Не уверена, что этих фраз совсем нет в игре. Скорее всего, они просто довольно редкие, и услышать их можно только приблизившись к ведьме. А что, если я предложу вернуть тебе руку, стрелок? Что бы ты отдал взамен? Служи мне! Это еще не все. Я вернусь. У чудовища тоже есть фраза помимо его знаменитого «Я жив». Вы назвали меня чудовищем? Ну так получайте, чудовище! Но самое интересное – это фразы Райнхарда. Райнхард выступает в потасовке в роли рассказчика и комментатора. Но оказывается, он бы очень хотел принять участие в бою, тем более рядом с Анной. Пусть большинство не видело ничего, кроме ее зелий, алхимик была очень красива. Хоть методы алхимика не внушали доверия ее соратникам, те были благодарны за лечебные зелья. Алхимик втайне мечтала усилить своим особым зельем сильнейшего из ее союзников — крестоносца. Но его нигде не было. Как же героям не хватало надежного щита, который они раньше воспринимали как должное. Оборона не выдержала, и один из героев погиб. Ах, если бы у них было укрытие. Надежный щит. Сомневаюсь, что фраза про крестоносца – это намек на то, что когда-нибудь мы увидим в потасовке самого Райнхарда. Скорее, это просто шутка, связанная с тем, что игроки в Overwatch не ценят своих танков и хилов. Да и могу сказать, что эти фразы добавили не в этом году, они точно есть в клиенте еще с прошлого года. Но если вдруг в следующем году вместе Крисенштейна все-таки появится режим со всеми героями, то тогда Райнхард сможет наконец исполнить свою мечту и сразиться вместе со своим любимым алхимиком. Что ж, это пока все интересные находки. Подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. До новых встреч!